Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». Поехали. Так, город гоблинов. 6 волн. А не много ли? 6 так 6, будем бомбить. Ребята, как вы видели, у нас 4 будет миссии, да, на этом островке. И еще 4 миссии. Так что, наверное, 2 островка мы с тобой попробуем сегодня пройти. Понеслась. Барабан судьбы. Отлично. Динамит. Опачки. Красиво, кстати. Так, у меня пираньи. Давай-ка мы их выпустим. Отравили, отравили. И динамит. Да иди ты, башня. Лезет она, понимаешь ли, мне тут, а? Ну-ка, давай попробуем из пушки ее уничтожить. Бух. Нормуль. Так, кто у нас тут? Барабан судьбы, естественно. Сразу с него начинаем. Так, подожди, а что это у меня за карты такие интересные в руках? Я что-то не понял. С какого перепуга у меня тут топоры делают? Кто уже тут пошалил, а? Скажи-ка мне на милость. Кто пошалил, я спрашиваю. Все мне тут поперепутал. Нет, такого не должно быть, серьезно тебе говорю. Давай-ка делать распил. Не добили, не добили. Так, барабан судьбы. Давай быстрее, пока бомжара не призвал к себе помощь. Да чтоб тебя. Ага, сгорел. И топорики. Замечательно. Переходим снова на 3-ю волну. Пенек, вали отсюда. Динамит. Плюс сразу же вызываем снегобума. Пила. Есть контакт. Значит, пенек и дед-псих. Слушай, а может быть нам... Давай-ка вот так сделаем. Фигня получается, ребят. Сейчас пенек все-таки успеет меня ударить. А если мы пиранью... Да а че он так слабо наносит урон, эй? Я на это не подписывался. Пенек не успеет сходить. Я не успел. И, кстати, ты заметь, 6 волн уже, 6. Раньше было 3-4, а сейчас уже 6. Чувак там сидит замороженный. На-ка тебе из пушки. Так, давай снегобума призовем. Дальше, конечно, желательно бы нам динамит. Но его простакать надо бы, да? Так, этот, как всегда, делает свой шар неуязвимости. Так, я, наверное, все-таки брошу динамит. Этого деда вольнем, Гринча с тобой. Так, этот, естественно, ставит защиту. Мы ее пробиваем и уничтожаем. Переходим с тобой на 5-ю волну. Давай, 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 быстрее. Вот они. Барабан судьбы вперед. Сразу же потом, наверное, вызовем снегобума. Так, из пушки бомбанем. Вот, отлично. Так, а вот теперь я, наверное, брошу динамит. Слушай, у них уже и здоровье здесь намного больше, да, чем у обычных, которые были до этого противники. Ну что, этот парень хочет, я смотрю, отогреться. Он уже отогрелся. Уже разморозился, но это ненадолго. Потому что мы его опять в заморозку бросаем. И топорами, топорами. Сейчас подождем, ребят, когда у нас пора. Надо добивать. И заодно немножко энергии с тобой подкопили. Так, ну что, предлагаем начать с барабана судьбы. Потом, наверное, мы с тобой сделаем вот так. Теперь пилу. Ну и бросим динамит. Естественно. Минус гоблин. Так, сейчас, по-моему, будет... Да, друзья мои, он окопался. И муха успеет, да, звездануть? Или... Да, успеет. Тролля завалили. И муху тоже завалили. Ну что, друзья мои, я считаю, что все очень хорошо у нас получилось. Надо только умножить это все дело. Ну что, первая битва у нас с тобой довольно удачно получилось. Переходим на следующую. Враги, кстати, тоже будут рандомные, понимаешь? Ох ты. Кстати, скоро мы с тобой получим 32 уровень. Я думаю, после прохождения города гоблинов. Главное, чтобы у нас с тобой энергетика хватило, да? Да куда он денется? Если что, будем с тобой опять тратить гемы. А куда денешься? Так, ну что, давай, загрузка, хорош уже там. А, вот они, партизаны, барабан судьбы. Крутим барабан. Блин, я же хотел карты поменять, совсем забыл. Потому что это действительно не мои какие-то карты. Я, может быть, я их брал, когда хотел прокачать другие. Или, может быть, для какого задания. Все, я вспомнил, куда я их брал, друзья мои. Я вспомнил, откуда эти карты.
Я проходил испытания. Левенькая, да? И вот они до сих пор остались у меня. Я их не поменял назад. Ладно, ничего не поделаешь. Я думаю, справимся пока так. Угу. Гоблин, ты чё? Тут припух, я смотрю, совсем уже, да? Так, может быть, барабан судьбы нам кинуть? Нет, динамит. Я брошу динамит. Есть. Двоих сразу снесли, прикинь. И успеть бы нам... Ать, не успел чуть-чуть. Не успел. Пираньи сожрали его. Поехали. Так, друзья мои, этот у нас провокатор. Он весь урон берет на себя. Понимаешь, да? Поэтому давай вот так вот делать. Весь динамит он на себя не возьмет. Так, он сгорел на работе. Этого распиливаем. И остается муха навозная. Мне бы топорами ее, ах. Вот было бы классно. Успеем, нет? Успел, прикинь. Вот это круто. Так, дальше начинаем. Видишь, тут враги все разные, поэтому определенно какой-то стратегии здесь, ну, никак, ребят, не сделать. Так, что ты тут, Робин Гуд, хочешь? Я не могу понять. Заморозился, вот и все, вот и сиди там. Теперь из лука. Лук, кстати, у нас наносит офигенный урон. А тем более, когда цель заморожена, ты это знаешь. Ну, бумс, муха выжила. Ну, нет, не успею, ребят, ее опередить. И переходим с тобой на пятую волну. Да не надо мне здесь пока ничего получать. Давай барабан судьбы. А потом с тобой сделаем вот так вот. Из пушки. А дальше снегобум. Слушай, подожди, а что сделать лучше? Давай, наверное, из пушки бомбанем. Вот так вот. Ай-яй-яй-яй, успеет, да? Успеет все-таки по мне ударить. А этот сейчас еще ускорение повешает. А, Гринч. Опачки, вот это попадосик. Ну-ка, давай срочно динамит с тобой бросать. Остается Гринч. Один на один, иди сюда, Гринч. Я с тобой сейчас хочу разобраться. Во-первых, заморозка, чтобы ты тут не дергался. А во-вторых, просто из пушки корабельной тебя тудуш, и разобрали. Так, а вот, ребятушки, и последняя волна. Как обычно, барабан судьбы. Так, дальше пила. Жалко, динамита у нас с тобой нету. Так бы стакался он потихонечку. Наверное, еще надо барабан судьбы крутить. Еще все в одни ворота летит. Так, свинота хочет, ребят, по-моему, меня ударить. И она ударяет. А эти выживают. Прикинь. Эти выживают. Вот, вот динамит. Блин, прикинь, сейчас еще отдуплюсь. Вот это будет круто. 4000 хп у меня всего лишь осталось. Мне бы... Вот, заморозка. Все, ребят, я думаю, что свинье не поздоровится. Во-первых, два выстрела из лука. По семерочке мы отняли, да? Она 2000 хп восстановила. Плюс из пушки. И все, и она готова. Ну, я считаю, довольно неплохо, ребят. Так, и слушай, самое удивительное, что у нас очень много опыта. Да, и листочки. Плюс аптечка. Получаем фул награду. 251 тысяча опыта, прикинь. Сейчас уровень получим с тобой. Ты в этом сомневаешься, а я нисколечко. Смотри. Ха-ха. Шикарно. Так, ну что же, поехали, у нас с тобой еще, еще, ребята, два противника. И здесь то же самое будет. А где босс-то? Босс, наверное, вот здесь, скорее всего. Хотя, не факт. Ладно, у нас сейчас с тобой другие проблемы. Поехали. А, погоди-ка секунду, я же хотел поменять. Я хотел поменять. Воу, я могу тут улучшить. Так, топоры, топоры, наверное, мне не нужны. Что здесь лучше всего взять? М? Как ты думаешь? Морковь? Пиранью надо убирать, скорее всего. Вот я возьму лучше, наверное, улей сюда. Ну, а топоры, да ладно, пускай будут топоры прокачанные. Хотя мне лучше, друзья, делать, наверное, лучше вот так вот. Будет все у нас с тобой на огонь. Ну что, погнали. Так, а это у нас до сих пор еще город гоблинов. До сих пор. Тут еще свинота сейчас будет. Я думаю, сейчас мы ее впустим с тобой на... шашлык на отбивные или еще куда-нибудь. Вот она. Еще в такой шапке Пикачу ее спалки. Ну-ка, давай из пушки по ней. На-ка.
Так, снегобум. Заморозили, да? Теперь распил. Слушай, я думаю, что сейчас сгорит этот Робин Гудик. Отлично. Они вдвоем там сгорели. Так, а этот успеет, да? Ах ты, мелкий прыщ. Все карты зам... Ты что делаешь, эй? Халабуда. Ну-ка на, улей, кушай. Поехали, барабан судьбы. Сейчас, ребята, бросим динамит. На 5 стаков он будет. Я думаю, здесь никто не выживет. Посмотрим, ну-ка. А я тебе о чем говорил, а? Вот что значит сила динамита. Так, здесь немножко похуже. Все это в него полетит, да? Конечно же в него. Он же у нас там провокатор. Фигов. Так, маг, вот тебя сюда звали, а? Всю малину только портит. Барабан судьбы опять все в него, да? Смотри, 5, 6, 6 поджогов висит на этом хмыре. Сгорел. Не вытянул, да? Так, сейчас это у нас вспомогаловка, по-моему, да? Ну, еще бы немножко, блин, это сейчас карту мне заморозит. Все даже заморозит карты. Здоровски. На тебе, улей. Так, этого ушатали. Попробуем сейчас его завалить. Не, не хватает. Слушай, он запарил меня уже, а? Если честно. У меня за руль сколько? 10 с половиной тысяч. А волна только четвертая, да, у нас? Не надо мне здесь ничего получать. Сейчас будем бомбить. Вот так. И теперь динамит. Я думаю, что все сейчас отдуплятся. Изи. Ну и переходим на... Подожди, последняя или нет? Блин, улей, это же все в него летит. Так, а арбалет тоже в него? Да, лук тоже в него только стреляет. Тогда мы его из пушки сейчас, наверное, и уничтожим. Пумс. Или он там сгорит. Нет, ребята, он что-то не хочет сгорать. Он остыл. Да хорош уже тут прыгать, юля-то, не? Давай теперь вот так сделаем. Слушай, ведьма еще выжила, а? Засранка. Так, давай-ка заморозку применим. Ага. Теперь улей. Карту сейчас похитит этот говнюха, а? На. Так, ведьма, тебя из пушки. Все. Переходим на последнюю, друзья мои, волну. На последнюю. Так, этого нам не надо. Опять сюда в него. И улей тоже в него полетит, верно же? Верно, тогда и пила в него. Надо стакать, друзья мои. Или стакать, или я не знаю. Только 4, пора, пора, по-моему. Блин, сейчас звезданет. А ну-ка, угоститесь. Этого вырубили, да? Слушай, у нас с тобой здоровья-то хватит? Выстоять ты здесь. Я что-то, честно говоря, немножко сомневаюсь. Ну-ка, в распил. Давай, 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 успеем или нет? Успели. Фух. Я уже думал просто аптечку применить. Но видишь, все у нас с тобой получилось отлично. Так. Увеличиваем все это дело. Все это забираем. Так, и получается у нас последний с тобой здесь бой. Если мы справляемся, переходим на следующий островок. Верно? Верно. Так что понеслась. Энергии пока хватает. Тратиться нам на нее не стоит. Единственное, что с каждым уровнем враг все сильнее и сильнее становится. Ну и мы с тобой тоже набираем неплохо опыта. Так, давай-ка с улья начнем. Теперь вот так. Слушай, кстати, здесь очень классно у нас с тобой сейчас простакается все, смотри. А минус. Может быть, нам даже и не придется. Нет, придется. Придется динамит использовать. Поехали. По-моему, им крышка. Да, тут довольно легко. Взорвались. Поехали. Блин. Мне вот это вот не убрать, к сожалению, никак. Я могу только лишь заморозить. И что? Ну, заморозил. Да. Сдвинуть я его тоже не смогу. Короче, давай стакать динамит. Это всего лишь вторая волна. Блин, а я сейчас наполучаю тут люлей. Блин. Так, секунду. Давай-ка барабан.
крутанем. Ведьма минус. Так, эти будут сейчас гореть потихоньку. Заморозочка. Предположим. Так, пес успел, а? Успел все-таки ударить. Но ты-то не успеешь этот... Или успеешь? Нет, не успеешь. Так, переходим на третью волну. Я не знаю, может быть... Да не надо мне ничего ваших бесплатных там этих. Давайте теперь с пушки. И потом сразу, наверное... А, улей, а потом уже динамит. Твою же налево, а. Ну, конечно же, друзья мои. Конечно же, это чудило-то. Ему обязательно нужно помешать мне. Так. Хотя бы этого убили, да? Тут еще это мороженое эскимо фигово лезет. А что он делает? Он заморозит мне карты. А почему такой урон-то мощно наносит, а? Вот объясни-ка мне. Так, подожгем. Давай вот так вот. Зря сделал. Слушай, а мы можем с тобой даже и не выжить. У нас 7000 всего здоровья осталось. Да не надо мне этого всего. С этой волной я справлюсь. Вот именно с этой. Так, ну попробуем. Сейчас динамит киданем. Их разорвет к ядрени фени. Мы двигаемся дальше на пятую. Так, попробуем без этого пока справиться. А, сейчас же все, и улей, все абсолютно будет лететь в него. А эти-то там, ребята, не спят. Их там двое. Вот они меня сейчас тут будут развешивать. Так, давай-ка динамит, наверное, набросим с тобой. Применим аптечку. Иначе не выживем, серьезно говорю. Этот еще ускорение делает, да ну. Блин. Так, давай заморозим, наверное, тогда. Бросим улей. Блин, того не подбить, да, мне? Динамит успею бросить? Успел. Так, значит, Гринч отдуплился, и остается вот этот тут близнец. Мы его вот так вот. Ну, да ё-моё, не допилили. Тогда из лука. Все. Фух. Это последняя волна или нет? Это последняя волна. Будем надеяться. Будем надеяться, друзья мои. Давай заморозку. Мне кажется, надо будет еще взять холодильник. В колоду? Не знаю, почему мне так хочется, но вот... Было бы, наверное, отлично. Так, давай из лука теперь. Этот удвоенный урон получает. Потому что он был замороженный. А вот теперь надо бросать динамит. Это однозначно, я говорю. Есть контакт. И остается один гаврюша, которому мы... О, аптечку. Я получил, друзья, аптечку. Потратил одну и получил одну. Ну что, 65 тысяч карточек, ты представляешь? Ну что, мы двигаемся с тобой дальше. Кстати, смотри, как у нас офигенно растет быстро опыт. И это круто. Так, ну что, мы с тобой перешли на новую карту. Ох, ё-моё, ты прикинь. Это у нас сшитый Фрэнки. Ну, до него вряд ли мы, конечно, сегодня дойдем. Но вот эту вот территорию, скорее всего, мы пробежим. Да, и должно как раз у нас с тобой хватить энергии на это все дело. Так что приступим. Блин, сшитый Фрэнки. Там у него что-то какие-то, я не знаю, запретики стоят. Там нельзя использовать бензопилу, что-то там еще. Ладно, мы когда дойдем до него в следующей серии, обязательно посмотрим. Так, секунду, секунду, секунду. Давай динамит, наверное, бросим с тобой. У врагов здоровья уже 20 тысяч. Это, знаешь, как пить дать. Просто, знаешь, в легкую. Ну, да блин, чтоб тебя. На. Ты запарил уже, а? Замороженный. Справились. Поехали. Раз. Ой-ой-ой. Я хотел, блин, я видел, ребята. Я хотел динамит использовать, но не успел, к сожалению. К сожалению, не успел. Ну что, барабан судьбы, крутим. На кого упадет гнев? Фиговенько он упал, очень фиговенько. Ну давай ты что-нибудь там. Заморозка. Началось, да? От всех получается, от всех сторон только звездюлька и летит. Динамит, спасибо тебе большое. Так, убьем их? Двоих уничтожили, остается свинота.
Ну, свиноту я тоже сейчас уничтожу. Вот так вот, наверное. Бам. Двигаемся дальше. Третья волна. Мне не надо здесь пока ничего делать. Вроде бы нормуль. Так, заморозку на гринче обязательно. Потому что сейчас будет тут свою ускоряшку бросать. А мне бы этого не хотелось. Ха, Йети отдуплился. Так, а этот собирается, ребята, сейчас прыгнуть и нанести атаку в лицо. Насколько он там ударил? Ты не припухли, гоблин? Откуда у тебя такой дамаг? Скажи-ка мне, а? Можешь не говорить. Мне уже не интересно. А вот это вот фиговенько. Так, что бы нам с тобой сделать? Давай, наверное, применим арбалет. Дальше бросим улей. Мне бы, конечно, электрика бы этого подбить не помешало бы. Так, ну, минус двоечка, остается вот этот чудило. Но он по мне удар сделает. Я не успею, ребята. Можно было бы, конечно, попытаться его как-то заморозить. Но как? Если у нас откат был по картам. Так, давай, улей. Пускай горит, пока заморозка действует, ребята. Теперь два выстрела и динамит. Добьем, как ты думаешь? Есть. Пятая волна. Да подожди ты, не надо мне этого ничего. Ну-ка. Есть, маленечко. Давай его поджарим еще. Улей, кстати, на него, в общем-то, очень плохо, честно говоря, действует. Блин, там, кстати, сейчас пузырь будет, друзья мои. Пузырь готовит чувак. Единственное, что успеет ли он? Успеет, скорее всего, да? Или нет? Успел. Он успел, друзья. И это плохо. Потому что я сейчас ничего не смогу сделать, а по мне будут наносить урон. Так, динамит, если только меня выручит. Главное, убить этого электрика. Есть. Ну? И долго ты будешь в этом пузыре сидеть? Чудило-то. Зашибись, я тебе скажу, зашибись. Да не надо мне здесь ничего. Так, динамит бросаем, короче, с тобой. Ладушки. Очень долго идут, конечно, откаты. Пила, это же у нас, да, это у нас помощник, поэтому по нему урон должен быть хорошенький. А это все хиляется, свинота-то. Блин, мне, наверное, аптечку придется использовать. Да, друзья мои, не хотел, но придется. Видишь, что тут творится. Враг лютует, причем очень сильно. Давай пилу. Блин, я не знаю, что там дальше будет. Ну, что такое-то? Зашибись. Ей еще и пузырь повесили. Ну, хотя бы так сделать, да? Уже неплохо. Он отхиливается. Ну-ка, барабан, давай по этой. Есть. Слушай, она же может так ударить сильно, да? Что я не переживу. Хотя мог бы выжить, нет. Видишь, у нее вот эта вот фигня, пузырь этот. Лопнул, неужели? Ну, аптечку потратил, да. А дальше, друзья мои, так и будет. Без аптечки я тут вообще ничего не смогу сделать. Так, давай шмальнем. Плюс улей. И вот теперь уже будем бросать с тобой динамит. Но есть. Фух. Повезло-то как. Ну и увеличиваем награду. Так, а мы уровень-то нет, еще пока не получаем. Пока еще нет. Ну что же, следующий противник у нас лес слизней. Вот так вот это все называется дело. Да, там почему-то одни слизни, кстати, ты видел? Ха. Будем их сейчас разбирать, выводить, как говорится, на чистую воду. Ну давай. Блин, вот я сижу и думаю, чего не хватает? Не хватает у меня что-нибудь такого, чтобы, типа, пестицидов. Чтобы мы с тобой могли убирать вот эти всякие штучки-дрючки, которые они делают, да, там, например, окопы и тому подобное. Дай-ка я попробую сейчас. Эть, хотел же, ну, буквально долю секунды хватило, чтобы уничтожить. Так, он сгорит, интересно, или нет, этот ханурик? Скорее всего, не сгорит, ребята, а будет использовать. Ничего он уже не будет использовать, потому что мы его распилили. Так, ладно, один удар мы только получили с тобой в лицо. Так, да ёпрсеты, вот лезет этот охламон, а. Нате тогда динамиту, нюхните. Шикарненько. Так, ну что, маг кислых щей, надо с тобой как-то разобраться, если честно.
Пускай пока погорит. Но он успеет, да, сделать удар? Конечно, успеет. Поменялись. Нащелкали мне здесь. Так, минус свинота. Заморозка. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Изи. Так, что у нас? Третья волна. Третья волна. Поехали. Давай-ка я брошу, наверное, улей. После улья мы с тобой применим пилу. После пилы мы с тобой применим пушку. А уже теперь можно, как говорится... Нет, ребята, нельзя. Вот теперь можно. Специально снял щит. Ну? Ах ты, гаденыш. На-ка, улей, ешь. Мне не жалко. Да не надо мне здесь ничего. Крутим барабан. Крутим с тобой барабан. Дальше сделаем вот так вот. Где динамит? Дайте мне динамит. Вот он. Так, свинью убираем отсюда подальше. Бросаем улей. А вот теперь можно бросить уже и динамит. Так, этот готов. А тебя надо морозить, парень. Ты от меня не уйдешь. Есть. Да что ты со своей этой? Начинаем, короче, с дробаша. Плюс пушка. Плюс пила. И вот сейчас уже будем бросать динамит. Вот так вот настакали. Хотя можем еще даже вот так сделать. Ой, я рискую. Сейчас прикинь, карту мне уничтожит эту. Нет, не успеет она. Не успела, ведьмочка. Бумс. В плане? Я... Я не на такой рассчитывал-то. Да, немножко я перестарался, если честно. Так, поехали. Динамит будет сегодня или нет? Я, наверное, не дождусь, да? Тогда заморозку сделаем с тобой. Это раз, плюс улей. А вот он и динамит, друзья мои. Ну что, бросим, наверное, да? Пока этот голубь там. А он все равно свое сделает. Он все равно свое делает. Но это последний раунд, так что... Этот сейчас пузырь влепит. Ничего он не влепил. Тем лучше для нас. Так, дальше что сделать? Сделаем. Давай из лука, наверное. Блин, его, конечно, дожарить как-нибудь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ау. Динамит, сделай дело. Сделай добро. Да. Фу. Блин, на микронах мы с тобой выжили, конечно, там. Нам с тобой не хватает буквально одного поединка до 33 уровня. Так, ну что, слизни? Лезь слизни. И у нас как раз, ребята, тютелька в тютельку выйдет по, именно по энергии. Так, что у нас тут? Ну, заметь, игра идет как-то уже более динамично, да? Тут уже не до расслабона. Уже чувствуется, что где-то если ты будешь... Фейлиться, плоховать, то тебя будут тут уничтожать. Просто без всяких разговоров. Поэтому надо контролировать абсолютно все. Давай-ка динамит бросим. По-моему, тут крышка всем, да? Угу. Вот почему я, ребята, и, как говорится, прокачиваю этот динамит. Он очень хорош, именно как массовая атака. Там еще, по-моему, будет, если не ошибаюсь, град... Точнее, не град, а дождь из рыбы. Насколько я помню, тоже довольно неплохая карта. Они будут падать с неба и замораживать врагов. Так что надо будет тоже как-нибудь побыстрее ее получить. Она, по-моему, у меня есть, только ее надо прокачать. Так, бабка, давай без шуток всяких, а? Вот, совсем другой разговор. Следующая волна. Но здесь, наверное, лучше нам... Блин, опять этот маг. Сейчас карты все испортят мне, а? Все карты мне испортил, жучара. Так, а снеговик у нас что делает? Там бомбит и, по-моему, убегает, да? Что-то в этом роде. Так, этого шлепнули. Голубь, голубь там начинает что-то делать. Чпок, ударил. Предположим. Ну-ну-ну-ну-ну. Барабан судьбы. И все в голубе, что ли? Отлично. Слушай, я, наверное, его сейчас и распилю. Так, и не успею, друзья. Я не успею законтрить. Ать. Ну, на 1000 это не так страшно. Согласись. Бумкнуло, да?
А вот здесь уже поинтереснее. Во-первых, сделаем так. Раз, стаковка. Два. Улей. Три. Барабан судьбы будем крутить? Или не будем? Давай сделаем барабан судьбы. Ой, зря. Ой, зря. Надо было применять сразу динамит и все. Сейчас навтыкают нам тут. Хотя нет, не навтыкают. Или все-таки навтыкают? Ну-ка. Надо этого убить, слизня. Готов. Так, этот все захиливается. Заморозочку тогда ему бросаем. И после заморозки, конечно же, из лука. Тыдыч. На 15 тысяч крит вышел, ты видел? Пока обойдемся. Начинаем со слабеньких карт. Стакаем, как говорится, наш динамит. Вот теперь, по-моему, пора бросать. Хотя нет, нет, ребят. Вот так сделаем, а теперь будем бросать. Корабельная пушка чем хороша? Что она не требует энергии, ребят. Она стоит 0. Вот только откат. Так. Готов, хлопчик? Нет, волчара. Не думай даже дергаться. Даже не думай об этом. Фу, так, подожди, это нам не нужно. Давай заморозку тогда сделаем. Так, сделаем. Я просто хочу, ребят, чтобы ко мне. Да чтоб тебе. Ну где динамит-то, эй? Блин, эти еще там партизаны, вот он динамит. Да слишком поздно ты как-то. Сейчас еще карту мне отнимет. Какую только? Ладно, хорошо. Так еще годится. Тихо. Раз. Поехали. Так, а вот теперь, наверное, бросим. Бросим динамит с тобой. Бам. Все, все готовы. Всех пробили мы с тобой. Так, и еще нам выпала аэрозоль. Мы получаем с тобой уровень. Да-да. Новый, 33-й. И 1500 хпшек. Так, ну что же. У нас с тобой последний бой на сегодня. Так, что это у нас тут? Корона. Да, я ее заберу. Слизень. Кстати, давай-ка глянем. Может быть, у нас тут есть что прокачать. Оу. Динамит жалко не могу. Так, а вот корабельную пушку давай-ка улучшим. Шикарно. Так, улей. Оу, улей можем с собой сейчас тут запрокачиваться, кстати. Ну давай, давай, давай. Все, последний разок. Отлично. Слушай, ну тут очень много чего можно. Давай-ка глянем, у меня есть эта рыба или нету? Нету, ребята. А где же она? Вот. Она еще не открыта у меня. Вот когда эта рыба будет, вот это будет классно. Слушай, а я зайчиков-то что, не могу прокачать? Нужны... Ага, гайки. Нужны гайки. Ладно, поехали. У нас с тобой, как говорится, последний этапчик. И энергия, кстати, да, как раз мы укладываемся. И еще вот то, что, ребята, у меня здесь вот этот сундук на соточку. От этого еще у нас больше с тобой опыта дается. Так что приступим. Это последний, так сказать, этапчик, да, на этом острове. Поэтому здесь будут уже серьезные монстрики. Главное не пасовать. Блин, ну зомби, ну... Давай сделаем так, наверное. Зомби надо убирать отсюда. Куда-нибудь вообще сдвигать его. Кедрени фени. Так, попробуем. Может быть, динамит бросить? В принципе, можно, но я думаю, что... А, нет, все, шикарно. Всех уничтожили. Замечательно, что я тебе могу еще по этому поводу сказать. Вот когда у тебя все красные карты, ты думаешь, ну почему же нету этого? Нету динамита у тебя в колоде, а? Для того, чтобы мы сразу могли стакать на него. Я считаю, что это самая пока в данный момент крутая комбинация. Ну, с динамитом. Стакаешь, потом бомбишь. Вот он. Он только попал мне. Ну. Твою же налево. Не успел. А, нет, успел. Но это все равно успеет пузырь, да, влепить. Вот пройдоха. Ну и что делать? Он неуязвим пока для меня. Он еще ударить успеет. Вот так вот. На. Чуть-чуть не хватило мне, да? По времени. Так, заморозочка. Так, пила. Слабый-слабый урон. Так, давай из пушки. Точнее, из этого. Теперь из пушки.
уничтожили. Так, убийца, 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 убийца. Заморозку успел. А, зато волчара, волчара, ребята, да. Ударил по мне. Блин, ну неплохой крит на 15 тысяч, да, ребята? Я считаю, это шикарно. Всех в расход, переходим на четвертую волну. Так, аптечка мне пока не нужна. А этот будет ловить на себя, да? Понял я. Думает, что я его не узнаю. Узнал я тебя, олух ты эдакий. Так, что нам теперь сделать? Динамит? Слабый будет урон, конечно. Но этого завалили. Так, тихо-тихо. Я успел. Но волчара все равно звезданет. Ну, лучше один урон получить, да? Один удар, чем от всех. Так, ждем. У нас есть с тобой время. Ждем, 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 ждем. Пора. Вот так вот. Так, здесь нам ничего не надо. Поехали. Раз, два. Так, пила. Пушка. Сразу же улей. А вот теперь можно и динамит бросить. По-моему, всем хана здесь, да? А, нет. Слизень-то выжил, посмотри-ка на него. Но это ненадолго. Последние противники, где они? Вот они. Воу. Это типа мини-боссика, да, ребята? 60, почти 67 тысяч хп. Довольно не кисло, я тебе скажу. Для слизня. Довольно не кисло. Воу, там еще эти братья-близнецы, блин. Так, у нас с тобой, надеюсь, здоровья-то хватит противостоять им. Ух, на 3000 звезданул. Так, снеговик, блин. Ты сюда вообще кто звал? Твою же налево, что делаем? Давай, наверное, вот так вот бомбим. Слушай, надо аптечку применять. Иначе крышка нам с тобой будет. Так, иди отсюда, снеговик. Я просто, знаешь, сейчас смотрю вот туда вот. У него, видишь, пузырь там копится. Ну-ка, если я динамит брошу. Есть. Ну что, остается вот этот ханорик. Да, звезда, ну, припечатал. Давай заморозим его. И из пушки добьем. Есть. Фух. Классно, классно. Так, еще и гемчики с собой зарабатываем. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этой ноточке мы с вами будем заканчивать эту серию. Да, дальше нас ждет немало всего интересного. Так, тут будут кролики у нас. Так, тут будут, короче, наши персонажи, да? А здесь динамит. Надо будет обязательно улучшить. Полюбаську. Так, а здесь типа будут как бы боссы, что ли, идти? Не знаю, что там дальше нас ожидает, но... Будет интересно на это все посмотреть. Так, я могу что-нибудь улучшить себе? Пока ничего. Из этого я ничегошеньки пока не буду улучшать. Ну что, дорогие друзья, на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.